Че творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и это пилотная серия второго сезона. Потерянная серия Sonic Boom. Есть игра Sonic XI, что очень пугает, а поиграв в нее, можно попасть в транзитную кому, как попало уже 200 человек. Но мы вернемся к самому мультику. Эту потерянную серию я нашел на просторах YouTube, и она называется «Победа и три точки». Серия начинается с заставки. Заставка – самый настоящий мрак, крепота зашкаливает, а музыка взята из самой преисподней. Уже только после заставки у меня началась голова. Головная боль и чуть-чуть эпилепсия. Заставку я включаю на ваш страх и риск. Смотрите. После заставки показано, как Соник бежит за Эггманом. Картинка была не такой, как всегда. Она была мрачной. Иногда появлялся туман и брызги крови. И слишком много помех, среди которых ужасные фотографии трупов. Соник бежит на свою смерть. Соник бежал до последнего за Эггманом, пока не добежал до обрыва. Чуть ли не упав, он все же выстоял. Эггман сказал, что все закончится здесь. Из ниоткуда вышел Огнебот. Соник начал издеваться и обзывать Огнебота матами. Эггман стал злым и наслал на Соника робота. Они бегали по кругу. Вдруг прилетел напарник Соника. Соник приказал, чтобы он кинул ему канат. Когда напарник кидал канат, Эггман использовал запрещенный вызов духа, который вселился в напарника, и он не докинул канат. Соник пытался достать, но у него ничего не получалось, и он упал в бездну. Это была первая смерть. Показано, как напарник под воздействием сущности летит в скалы и разбивается там насмерть. Это была вторая смерть, и это была победа доктора Эггмана. Начались помехи. После помех показано, как все грустные стоят, чтобы поцеловать Соника в лоб. Переход на Соника. Показано, как он лежит в гробу. Соник мёртв. К нему зашла Эн, чтобы поцеловать в лоб. На этом сериал про Соника закончился навсегда. Весь мир скорбил. Ведь серия называлась «Победа Эггмана». На этом все. Чтобы Сергеонис поставил от тебя эту всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы очень хотел, чтобы у меня был такой крутой подписчик, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь мое воображение.